Першай прэм'ерай гродзенскай драмы ў новым сезоне стане пастаноўка «Мой гарадок». Уже вядома, што ў спектаклі галоўны рэжысёр Геннадзь Мушперт бярэцца задзейнічаць большую частку трупы, а таксама маладых акцёраў. Это будет разговор о жизни. И, скажем так, эта пьеса Уайлдера, она удостоена Пулитцеровской премии в 1938 году, поэтому она будет интересна и для гродненского зрителя, и, возможно, в следующем году мы ее будем выдвигать на Национальную театральную премию. Новы спектакль, хоць і гучная заявка будучага сезона, але не адзіная. Разагнаць лакаматыў творчых ідэй і зорных роляў сёлета Геннадзю Мушперту дапамогуць запрошаныя рэжысёры. Першы – віцеблянін Міхаіл Краснабаяў. На гродзенскай сцэне ён паставіць камедыю за двумя зайцамі на беларускай мове. Другі – польскі рэжысёр Ежы Дамброўскі. У спектаклі пад рабочай назвай «Шынель» паэксперыментуе з творчасцю Гогаля. І гэта далёка не ўсё. Мясцовыя праекты абавязкова разбавяць запрошаныя тэатры і гастралі. Зорки. Этой осенью будет Анфиса Чехова со спектаклем приедет. Также идут разговоры о Вильнюсском театре. Возможно, будут и одесситы. Ну, то есть разговоры есть. Вот сейчас мы вышли из отпуска, и поэтому будем уже выходить на завершающий этап, на договора. То есть тогда можно будет уже утвердительно что-то сказать. Но осень будет интересная, будут у нас и гости, поэтому следите за афишами. Зразумела, гродзенские актеры так само не будут сядеть на месте. Пэўная дамоўленасці об гастролях, у тым ліку обменных, уже есть. Кто куды и калі накіруецца, стане вядома, як кажуть, по ходу пьесы. А вот послуги онлайн-бронирования и продажу билетов праз интернет, якія так полюбіліся прынёманским театралам, у новым сезоне застануцца. И при гэтым кошт квитка не подрасте.